привет! Чтобы зима промчалась незаметно, нужно научиться в эти месяцы чему-то новому. Например, освоить сноуборд. Некоторые сайты доски для катания с гор сейчас предлагают по заманчивым ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Новичкам стоит купить доску, на которой им будет проще учиться. Максимально простые в освоении сноуборды сегодня есть у каждого крупного производителя. Как правило, они же и самые доступные по цене. Предполагается, что на такой доске райдер учится делать первые повороты, а затем совершенствует свои навыки 1-2 сезона, после чего приобретает сноуборд классом повыше. Главная конструкция, которая помогает облегчить жизнь новичку – минимальная жесткость. Мягкий сноуборд передает усилия райдера не так четко, как жесткий, что прощает новичку некоторые ошибки. На мягкой доске проще осваивать первые базовые трюки, вроде оли или главных прессов. Минусы невысокой жесткости вскрываются с увеличением скоростей. Мягкий нос и хвост начинают сильно вибрировать и хлопать, отчего контакт канта со склоном ухудшается и доску начинает срывать в поворотах. В этот момент стоит задуматься о приобретении сноуборда пожестче. В интернет-магазине «Кант» сноуборд «Бёртон» расцветки «Мультиколор» можно купить со скидкой в 20% за 15 120 рублей. Это игривая и задорная доска для начинающих сноубордисток, открывающая новые двери для развития их катания в горах. Этот сноуборд обладает прощающей производительностью прогиба, стабильностью и цепкостью, при этом с плавным рокером в носу и в хвосте. Профилированный сердечник обеспечивает сверхмягкую гибкость, не жертвуя стабильностью. В магазине HC5 Extreme Shop сноуборд Head Course также можно купить со скидкой за 12 090 рублей вместо 17 272. Рокерный прогиб облегчает обучение и прогресс на этом сноуборде. Легкий деревянный сердечник, оплетка из стекловолокна, конструкция сайдвол обеспечат высокую прочность и небольшой вес. Доска легко входит в поворот и маневренна на больших скоростях. Станет верным другом в покорении горных вершин и обучении трюкам в парке. В «Спортмастере» черный сноуборд с рисунком «Термит Шанс» можно купить по максимально низкой цене – за 8 999 рублей. Средняя жесткость и плоский прогиб позволят справиться с управлением даже новичку. Доска обладает деревянным сердечником со стекловолоконной оплеткой, которая придает ей упругость и отзывчивость. На сайте Озон сноуборд BF Техно продается со скидкой за 10 607 рублей. Этот сноуборд хоть и небольшой по ростовке, но не по начинке и конструкции. Цельнодеревянный сердечник из тополя, биаксильная и триаксильная нижняя оплетка. Надежная конструкция сэндвич, гибридный прогиб обеспечивает маневренность и стабильность. Если посмотреть на профиль доски для начинающих, то в большинстве моделей вы увидите один или несколько сегментов обратного прогиба, участков сноуборда, выгнутых в сторону обратную от склона. Благодаря им доска становится более маневренной и ощущается короче, чем она есть, за счет уменьшения контактной длины канта. Поймать кант – это выражение, которое обозначает падение из-за слишком сильного зарезания канта доски в склон. Это часто случается с начинающими райдерами уже при первых перекантовках и во время плоского ведения доски. Падение всегда происходит неожиданно и особенно неприятно, если райдер успел набрать высокую скорость, тогда удар о склон будет травматичным. Поэтому производители вносят в свои сноуборды некоторые изменения, чтобы снизить риск ловли канта. В этом помогают и сниженная жесткость, и обратный прогиб доски. Но самым радикальным решением являются приподнятые или скругленные канты в контактных точках сноуборда. Они слабее зарезаются в склон, что помогает новичку на первых порах. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Отличные скидки!